Бельгии растет число пожилых людей, злоупотребляющих спиртным. По данным Ассоциации по борьбе с алкоголем и наркотиками, каждый десятый пенсионер страдает серьезной зависимостью. В прошлом году к наркологам обратились свыше 6 тысяч пожилых людей. 10 лет назад эта цифра была вдвое меньше. Чаще всего за помощью обращаются мужчины от 60 и старше. Несмотря на то, что в целом алкоголь употребляет только половина бельгийцев, он является третьим ведущим фактором риска заболеваний и преждевременной смерти в стране после табакокурения и гипертонии. Социологи и медики констатируют, пенсионеры стали больше пить по трем причинам: из-за избытка свободного времени, финансовых возможностей и многочисленных случаев депрессии. Главная причина роста алкогольной зависимости среди пожилых – это безысходность от одиночества. К тому же пожилые люди, злоупотребляющие алкоголем, чаще падают. Это приводит к частым переломам бедра. Алкоголь в сочетании с постоянным приемом лекарств приводит к снижению реакций и проблемам со сном.